Алроса планирует сохранить добычу алмазов на уровне прошлого года, то есть порядка 30 миллионов карат. Благодаря успешным продажам в последние месяцы прошлого года компании удалось существенно сократить запас алмазов, сформировавшиеся к началу четвертого квартала, что позволяет нам рассматривать возможности постепенного наращивания производства в следующем году при условии отсутствия внешних потрясений, прокомментировал генеральный директор «Алроса» Сергей Иванов. По его же мнению, сейчас алмазная отрасль находится в хорошем состоянии, а спрос на камни в ближайшее время будет оставаться стабильным. Однако восстановление рынка до прежнего уровня, до ковидного, будет идти не такими быстрыми темпами и займет определенное время.